Campi myśli, że jest fajny. Kto powiedz? No ten chuj tam. Miejsce, ale tak o nim nie mów Marcin, ładnie, bo to jest fajny pan na przykład. В свое время я сказал уже об этом. Участвует в специальной военной операции на Донбассе, на Украине. Оказывает помощь народным республикам Донбасса. Действует мужественно, грамотно, эффективно и результативно. Применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками. Что касается дистанционного зондирования Земли, то значит крупный проект по производству и запуску специальных космических аппаратов. Объединили для этого научно-промышленный потенциал России и ведущих предприятий Белоруссии, которые всегда славились еще с советских времен своими компетенциями в производстве высокоточного оборудования сложнейших оптоэлектронных и радиотехнических систем. Еще одним важным знаковым направлением нашего взаимодействия станет совместное формирование инфраструктуры, которая гарантирует союзному государству независимый выход в космос. Уже в самое ближайшее время рабочие и специалисты, компании и предприятия Беларуси получат возможность участвовать в развитии города Циолковский и космодрома Восточный. Цели абсолютно понятные, они благородные. Я с самого начала ведь сказал, обращаю ваше внимание. В первом моем, самом первом публичном заявлении, обращении к стране вооруженным силам, я прямо назвал цели. Цель главная – помощь людям на Донбассе. Армия, это очевидный факт. Этот неонацизм, к сожалению, он стал фактом жизни. Достаточно большой, близкой нам страны. Вот это очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. То, что мы делаем, помогая людям, спасая их от цели, с одной стороны. Теперь, что касается переговоров. Вот смотрите, мы вышли на определенный уровень договоренности в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договоров. Договорного процесса. Вместо этого мы увидели, столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своей договоренности в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию. Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю. Ну, курва ебана, но вот такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции. Ja to Marcin Putina lubię, a ty? To jest fajny gość. Miły, grzeczny. No można już уверенно сказать, że taka polityka w отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы. Снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений. Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентно. Ситуация стабилизировалась. Курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом. По итогам первого квартала положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило 58 миллиардов долларов. И это исторический максимум. Wszystko jest krasne. No tak, to nie jest krasne, wszystko powiedz.
Здравия, все дела? Reminds me of that phrase of philosopher Kierkegaard: "Faith sees best in the dark." And they were dark moments. 10 years later, the Soviet Union collapsed, and Poland and Central and Eastern Europe would soon be free. Nothing about that battle for freedom was simple or easy. It was a long, painful slog. Fought over not days and months, but years and decades. But we emerged anew in the great battle for freedom. Battle between democracy and autocracy, between liberty and oppression, between a rules-based order and one governed by brute force. In this battle, we need to be clear-eyed. This battle. This morning, President Biden poised to come face to face with Ukrainian survivors for the first time when he meets with refugees here in Warsaw. On Friday, the president and his Polish counterpart held a joint event focused on ways to help refugees at a town near the Ukrainian border. A show of unity between two NATO allies, with Poland sheltering more than 2 million displaced Ukrainians so far. I'm here in Poland to see firsthand the humanitarian crisis. The president also meeting with U.S. service members stationed in Poland to bolster NATO forces, enjoying a moment of levity, while also casting the crisis in stark terms. Question is, who's going to prevail? Democracy is going to prevail, and the values we share, or autocracy is going to prevail. And Mr. Biden, who has insisted he will not send U.S. troops to Ukraine, raised eyebrows when he said this about Ukrainians' resilience to the service members. Going to have a stepping up, and you're going to see when you're there. A White House official later telling NBC News, the president has been clear, we are not sending U.S. troops to Ukraine, and there is no change in that position. This stop in Poland, capping a week of high-stakes diplomatic talks aimed at stopping Vladimir Putin, the president holding an emergency meeting with NATO. Okay. Znaczy, to są fanfary Charbela, które powietrzykują wojnę. Chodzi. Chodzi. Pomocy! Cicho bądź, aż wywarte. Nie. Pierdol. Pomocy! Zabijcie! I co? A gdzie ma ulica? Pierdol! Pomocy! A pierdol! Pierdol! Masz gdzieś, no. Mecz bez tak. Jebanie jest silne. O wszystkim, bez tak, będziemy was na bieżąco informować. No, wjebanie. Kto tą wojnę wygra? Putin? Szarbel? Zeleński? Czy Duda? Marcin powiedz, nie? Jebanie wygra. Marcin powiedz, wkrótce, Marcin powiedz, więcej informacji. Bądźcie czujni, Marcin powiedz, tak. Jebał. No, dobra, dobra, Marcin. A kto wygra? Czyli armia Szarbela, powiedz, wygra, tak? Marcin powiedz, tak. Wkrótce, Marcin powiedz, tak. Wszyscy się dowiemy, Marcin.
odpowiedzi na nasze pytania. Więc tak, bądźcie czujni i bądźcie raz z Marcinosem. Kurwa. I jeszcze powiem na sam koniec, że sponsorem tego odcinka jest szkoła jazdy Jan Horyza. Do zobaczenia. O kurde, dostał w pysk smakshota! Zginąłeś? Nie, nie dostał nic. Widzisz, no.